Расскажите, как произошла вообще авария? Ну, мы вот заезжали, и нас сзади врезались. А, у них... У них и свет не горел, как бы. Пьяные. Пьяные. Очень сильно пьяные. Накись отдаем. Они пьяные, да, были на скорую везли. А сильно пострадали? А? А сильно пострадали? Ну, я не знаю. Они пьяные были. Они как бы пьяные были, километров, я не знаю, 60-70, наверное, точно нет. Что мы уже стали перестраиваться сюда. А вы ехали со стороны Кингисеппа? Мы со стороны Кингисеппа стали, да, перестраиваться сюда. Мы даже смотрим сзади, и там не видно даже было. Я ни в зеркало, ничего. Подрезали, просто вылез человек и... Вас подрезали? Да. А вы все со светом ехали, все? Да. Понятно. А и скоростной режим соблюдали? Скоростной режим 80 км в час. А определили, что вы в нетрезвом состоянии, да? Не, вообще, честно, после этого даже, да... Как бы дошел до Павля после, как бы вина моя уже будет. Алло. То, что но вы пьяный, да? Выпил вы пиво. Заканчивается? Угу. А, да, так 7? Вообще. Нет. Нет. Балтика 7. Фольксваген, да? Фольксваген Пассат. А так, когда было, был трезвый. А вы сами с Ивангорода, да? Сами с Ивангорода. Понятно. А вы сами были за рулем? Да. Ну а вообще будете еще садиться за руль? В таком состоянии? В таком состоянии я не сажусь, пьяный. Сажусь только трезвый. Подскажите, а второй пострадавший, он здесь в больнице, да? Ну, где-то здесь был. Но более или пострадал, чем вы? Ну, если честно, меньше. Меньше, да? Меньше.